Федеральная налоговая служба напоминает гражданам о необходимости заплатить имущественные налоги до 1 декабря 2022 года. Уплате подлежат налоги на имущество физических лиц, земельный и транспортный. Расчетный период – 2021 год. В этом году жителям Самарской области было направлено более 1,5 миллиона уведомлений для уплаты транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество. Треть из них отправили в электронном виде через личные кабинеты налогоплательщиков, на бумаге по почте и заказными письмами около 1 миллиона уведомлений. Поэтому мы рекомендуем своевременно оплачивать налоги, не допускать задолженности и в случае необходимости своевременно узнавать, какие-то вопросы задавать в случае, если уведомление не поступило по каким-то причинам через личный кабинет либо по почте. Неподключенные к сервису личный кабинет налогоплательщика получат налоговое уведомление по почте, заказным письмом по адресу регистрации. Гражданам рекомендуют обратить внимание на почтовые извещения и своевременно получить налоговые уведомления в почтовом отделении. В случае необходимости налогоплательщики могут забрать уведомления в любой налоговой инспекции и в отделениях МФЦ. Уплатить имущественные налоги можно через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, либо через любое отделение банка, почты, либо через платежный терминал, либо через мобильное приложение банков, по любому из реквизитов, указанному в налоговом уведомлении. Это может быть QR-код или штрих-код, универсальные идентификаторы начисления, либо банковские реквизиты. Налоги можно оплатить не только за себя, но и за иных лиц, что и сделал Владимир Писарев, житель железнодорожного района Самары. Получил уведомление через личный кабинет об уплате налогов за прошлый год и пришел в налоговую, чтобы оплатить. Радует, что все-таки в налоговой стало меньше очередей, и график работы у них все-таки иногда 2 раза в неделю длинный. То, что удобно, кто не может, допустим, отпроситься с работы, можно зайти вечером и сделать все свои. И сразу на входе информационный стол, всегда сотрудник находится, который подскажет, выпишет талончик, что куда, объяснит, если какие-то вопросы. В общем-то, очень внимательно относятся сотрудники налоговой службы к своим посетителям. Если же возникли затруднения со способом оплаты или имеются какие-то неясности, всегда можно обратиться в единый контакт-центр Федеральной налоговой службы по телефону 8 800 7 двоек. Ситуации бывают разные, но за неуплату налогов ответственность несет тот, на кого этот налог начислен, независимо от того, гражданское это лицо или юридическое. Елена Чернявская, Максим Гусев. События.